Привет, YouTube! Фанаты Андрея Нефедова таки добрались до меня и приковали к батарее молотами своей глупости и назойливости. Но знаете, и вот что я хочу сказать. Насилие рождает только насилие. И поэтому сегодня я оказался в видеочате, чтобы причинить другим людям насилие. И поэтому я надеюсь, что люди, которые оскорбляли меня, смотрят сейчас этот ролик. И следующим их актом насилия будет изнасиловать свою мамашу или сестру. Удачи им в этом, а мы начинаем «Ночь на земле». Ну-ка покажи большой, подойди свой, покажу нахуй. Ты хочешь, чтобы тебе мужик показал член? Я правильно понял? Ну-ка покажи-ка нахуй. Ну. Правильно, правильно. Ладно, короче, сучки. Докажи, что ты мужик, типа. Очко нахуй разворачивай, тебе зажу через компьютер, засажу нахуй. Не, ну по-моему, это тест на гомосексуалиста как раз таки, а не на мужика. Че, как тебе показать, доказать-то? Ну как бы, приведи пример из жизни, историю какую-нибудь, где ты проявил мужество. Я один раз бабушку через дорогу перевел. Ну это не поступок, я в детстве переводил бабушки. А я 10 петухов отъебал нахуй. Ну так ты, получается, гомосексуалист, это плохая история, это не очень хорошая. Ты лучше расскажи там, где ты проявил мужественность, там, может быть, воевал в горячей точке или там побил двух гопников, когда они пытались отсосать у тебя. Слушай, а ты сидевший, да, по-моему, у тебя такая рожа сидевшая. ВК-1! Что такое ВК-1? Вульва-колония или что это? Вульва. Это где ебут петухов? Ну и каково тебе там было? Больно, не? Нет. Это вам больно было за баром пушоночки в жопу не брить. Подожди, ты сидел, да, где-то? Нахую сидят, долбоёб ёбаный. Ну и каково, больно, нет? Я тебе спрашиваю, где сидел, нахую сидят, а я отбывал, понял? Все, я-то просто думал, что это называется чалился на зоне. Че? Чем по жизни занимаешься? Ну я чалюсь на свободе, например. Ну и чалься дальше, в петушатнике своем. Подожди, петушатник, для тебя что, свобода это петушатник, что ли? Зона это мама родная, да? Конечно. А меня всегда волновал вопрос, да, как на зоне без женщин? Это же трудно, по-моему. Я тебе про пидорасов говорю, ведь нахуй, ёб. Как трудно, засадил и все. Ты вообще чем занимаешься по жизни? Работаешь где? Я сайты делаю. А что такое сайты? Ну, это, как бы тебе сказать, это такая тюрьма для молодежи, объяснить твоими словами. Как тюрьма для молодежи? Ну, молодежь там сидит, и ей нравится, и она как бы не видит смысла в реальной жизни. И ей нравится сидеть на сайтах. Как делишки у вас? Почему вы курите в комнате, а, мадам? На кухне. А, на кухне. Ну, кухне можно, да. Там же всего лишь... Ты вообще у батареи что сидите? Это тоже взаимный вопрос. Меня приковали к батарейке. Мне никуда нельзя. Я вот планшет поставил перед собой и разговариваю с вами. У меня типа тёлка ёбнутая. Она боится, что я загуляю. Она у вас на батарее, что ли, привязана? Да, да. Она приковала меня к батарее, короче. У нее типа в субботу занятия, а у меня в занятии в субботу нет. В универе, да? И вот она меня... Мне надо это взять на... А, то есть вы хотите сказать, что у вас есть молодой человек? Был. А, понятно, почему вы напились. Но женщины от горя пьют обычно. Нет, я не от горя. Не от горя? Ну, нет, либо женщина пьет от горя, либо она алкоголица. Вот в чем дело. Значит, я алкоголица. Ну, да, я так и сказал. Я просто не спала еще. У меня не лучшее положение, я прикован к батарее, поэтому... У вас хуже положение, почему у меня более раскрепощенно и более свободно. Да пьяная женщина вообще пизде не хозяйка. Ой, знаете что? Моя киса на месте, и она хозяйка. Вот смотри, ты сказала киса, да? А до какого возраста девушка может говорить, что у нее киса, а не, например, тухлый цветок? Просто после определенного возраста она выглядит не очень. Я так думаю. Так он меня спрашивает. Да, у тебя-то, наверное, мужик, нету вагины. В то время теряли на войне и были женщины, которые еблись, извиняюсь за выражение. С немцами? Просто... Ну, там, со всеми, да. Там много и с немцами, или с другими там. Нормально, ты чё, около батареи сидишь, замерз? Меня моя сучка приковала. А где твоя сучка? У нее занятия в субботу в универе, а у меня нет. И она побоялась, что я... Убегу погулять, короче, ну... Я вас там весело живете, да? Понимаешь, она-то боится, что я это... Убегу. Мачо, да, такой гулящий там, ко всем тёлкам, да? Ну, я знаю подход, скажем так, к тёлкам, да. Я знаю некоторые секреты. Хочешь, расскажу парочку? Научи пацанов тут нас. Мы вот, блядь, нам тёлки не дают, короче. Хорошо, первый секрет это то, что... у женщин вагина, у мужика хуй. То есть... Ахуя ты мне, короче, Америку открыл, бля. Ты не дослушал. А ну давай. Самое главное, что член должен войти в вагину, понимаешь? Ага.
Но ведь до этого еще надо дойти, чтобы они тебе дали, чтобы твой потом член вылезет киндер. Вошел в ее вагину. Мы же сейчас говорим про мертвых девушек, так ведь? А, ну... Здорово. У тебя баланс белого не отрегулирован, ты красный, как индеец Апачи, который мертвый. Да мне то чё? Вежливо как бы быть красным-то. Да нормально вроде. Почему я тебя не вижу, а? Поверни-ка камеру. Ну я не хочу, потому что будешь говорить, что я китаец. Ну, подумаешь, бурят, чё такого? Нет, не бурят, я казах. Ну, это не лучше. В смысле? Ну и не, я к тому, что мы все разные, да, там, европеоиды, монголоиды, негроиды. Мы все разные, это не лучше и не хуже, мы просто разные. Вот я к чему. Это, а ты с похмелья, да, я так вижу? Я не с похмелья, я пью. Значит, всё впереди. Все впереди, блядь. No way, Jose. А ты любишь американские слова вставлять в речь? То есть это придает какой-то шарм твоей речи, да? Да не, я просто живу там. Ну почему ты находишься в видеочате русском? То есть какая-то тяга есть или что? Да я просто пьяный, бля, поэтому я в русском чате. Не, ну у пьяных есть огромное количество вариаций. Например, изнасиловать кого-нибудь. Почему? Это же тоже неплохо. Да мне и не хочется насиловать никого, в принципе. Хороший вопрос, кстати. Хороший вопрос, да? Задумайся над насилием. Но только если я в ответ буду звать тебя опоссум. Я слышал в Нью-Йорке много... Мне нравится. Я слышал в пригороде Нью-Йорка очень много... Нью-Йорка очень много опоссумов, они прям вредительствуют. Вместе с енотами. Так нет? Я опоссум или енот? Наверное, ближе к опоссуму все-таки. Не енот. Не-не-не, енот это честь быть енотом. Енот, да. Енот симпатичный. А потом это такое, блядь, говняное говно. Нет, он мрачненький такой, он грустненький, как запойный алкоголик такой постсоветский, вот похож на тебя. О, это я, блядь, смотри, расскажи про меня просто. Почему ты сплюснутый, у тебя изображение сплюснутое, по-моему. Как сплюснутое? А, нет, это... Голова у тебя просто такая приплюснутая немножко, это нормально. Так это же просто вопрос. То есть смотри, ты идешь по улице, например, да? Да. И кому-то ты понравился, да? Заебал, выйди нахуй, пистолет ебаный, я тебе уже... Да, чё у тебя за друзья, дебилы? Да, блядь, дебилы. Какой спидор, нахуй, ты чё базаришь там, Нет, у тебя друзья дебилы, этот, особенно вот этот голый, он особенно дебильный. А если человек просто подошел к тебе на улице там и говорит, молодой человек, вы типа симпатичный, как насчет того, чтобы это, мы с вами перепихнулись, ты из-за этого начнешь сбивать человека? Нет. Я тебе грохну. Да тихо ты, блядь, ты заебал. Не, я просто ему скажу, блядь. Отдыхай. Я не придерживаюсь таких, блядь. Принципов какой-то, не знаю, так, таких предложений там что-то еще. А если он скажет, а если я накину пятихат? А твой друг, почему он такой агрессивный? Ему женщины не дают, что ли? Да мне дохуя женщин дают, понял нахуй, дешёвка ебаная. Он дрочит, короче. Не фанатки случайно Андрея Нефёдова? Да, я его смотрю, но так, редко. А как ты относишься к его творчеству? Наполовину нормально, а наполовину как-то плохо. А каких-то, может быть, других смотришь? Катю Клэп, Пашу Милкис, или как его там? Микуса? Потом, и там уже бьюти-блогера, которая о косметике. А я смотрю тоже Пашу Микуса, смотрю Катю Клэп, смотрю Марию эту, знаешь, Мария есть такая тоже. Мария Мвэй. Мария Мвэй, да, я ее смотрю. Вот я ее тоже смотрю. И Юлиус Пик есть такой еще. Юля Пушман? Нет, не нет? Юля Пушман, а Юлиус... Саша Спилберг. Нет, не Саша Спилберг. Юлия Онешко, Юлиус Пик. А. Но он тоже бьюти-блогер. Сколько? 42. А вы выглядите младше. На 41? А? Меньше. Меньше. Лет на 30. Ну, это комплимент, я считаю, на 30 выглядишь. Привет, чувак. Привет, просто. А еще вас можете утирать, заебень? Пятихат на вебмане кидай. Мамку твою кину, блядь. Мамку мою кинет. Прикольно же, ребята. Прикольно тебе, наверное. Я тоже хочу в баню. Но не в твою, конечно, баню я хочу. Потому что я не гей. Ну ты приезжай. Не, я же тебе сказал, я не хочу в твою баню. Там мужики с хуями. Это. А ты гей.
Да, мне нравятся разновидности мужиков без хуев. Они называются женщины. Всем спасибо за внимание. Друзья, продолжайте лайкать. Хейтеры, продолжайте дизлайкать и проявлять свою ведомость. И закончить я хочу словами одного поистине великого ютубера. Фаны, мочите антифанов. Всем пока.